Добрый день, уважаемые подписчики и гости моего канала. Итак, я сегодня на даче решила показать вам инжир. Инжир из семян. То есть этому инжиру больше 10 лет. Он в этом году заплодоносил. Я уже это весной показывала. Попал он чуть-чуть под заморозок. Но вместе с тем плод не скинул. Достаточно устойчивый оказался. Вот такой вот он уже цвет стал менять. Очень интересно попробовать его. Но он еще как бы не готов. Хотя начинает потихонечку мягчеть. Вот что из себя представляет сейчас куст этот. Значит, листик красивый стал, зеленый, блестящий. Хорошо ему тут на воздухе. Ну, еще бы. Потому что он, когда был вынесен в апреле, ну, погодка была у нас, весна такая была прохладная в этом году. Так, я вам смотрю, нет, показалось. Думала, что еще один плод. Нет, нету. Было два плода, один отвалился. Короче говоря, надеюсь, что мы попробуем этот плод, и он будет вкусный, но обязательно вам потом покажу. Ну, пока все.